Всем доброго времени суток, с вами Хантер. Мы продолжаем игру под названием Unravel. В прошлый раз мы остались, по-моему, после прохождения локации моря. Ну или картины моря, как удобно будет ее называть. А дальше нас ждет нечто, я не знаю что. Так, бегать мы вроде бы не умеем, на автомате все это. Так. Вот, мы прошли чертополох и сорняки, да. Потом мы ебанули море, а теперь нас ждет ягодное болото. Ну, давайте же отправимся туда. Держится за нитку, чтоб не потеряться. Умно. Так, вот мы пришли. Сколько здесь всего в одном месте. И ягоды, и грибы. Это прям пиздец. А наверху что? Ну ладно, мы скорее всего... А хуй его знает. Зачем оно? Надо было так делать. Так, нам наверх или вниз? Вот кто скажет. Там вот пасхалка или там сюжет? Ну, зная себя, скорее всего, это сюжет. Хотя... Смотри-кась. Вот она, блядь. Все-таки монетка это была. Хорошо. Так, отвязываемся. Да, блядь, не так жестоко. Блядь. Я же это, да. Отвязываемся. Оп. А я чуть не расшибся, нахуй. Вертаем веревку назад и перелетаем эту преграду. Хорошо. Че их так много здесь? Кто здесь нас ждет? А? Нормально. Мы сильно и не потратились. Как-то странно. Ну да. Просто взял утонул. Хуже уже не будет. И тут бац, бац, бац. Ух ты ж, блядь. Давай, нам в ту сторону. Кочеряшка. Ух, блядь, вылазь, сука. Сам себя утопил. Ебаный в рот. Хорошо, дубль 99. Давай, хуяй. Все, не такие уж мои тупые, блядина. Тихо вылазим. А, понял. Блядь, вылазь. Блядь, я не туда привязался. Привязываем. Хреново ли что? Что эту палку унесло к хуям? Я походу запоролся. Блять, 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 надь. Так, вода уходит. А, вода прям нормально. Просто отвязывай. Прыгай. Десант. Все хорошо, не тонем. Так, иди сюда. Кнопки перепутал. Так, залезли.
подъем. Чего ждем? Я не знаю. Иди сюда, хуйня. Куда тебя вечно нахуй сносит? Да. Коряга ебаная. Так. Я теперь понял. Вот сюда. Блять. Да. Охуенно все получается, я не спорю. Сука, она заебала. Она не там, где должна быть. Иди сюда, кусок ты палки. Господи. Я могу тянуть, блять, пока стою, жду. Нет. Мне именно надо, сука, ее схватить и как-то оттащить назад. Пиздец, надо было раньше ее примотать, и гемора бы меньше было. Хватит уноситься в ебеня. И все равно у нас... О, господи. Можешь ее схватить? Ты ее можешь отвязать, а схватить? Че тебя, сука, уносит-то так? Хули ты там, блядь, забыла? Коряга ебаная. Да сейчас ты нормально, да, встала? Ёбаный урод. Давай, спускайся. Её все равно дохуя далеко относит. А так только я утону. Господи. Скачок во времени. Оба. Делов-то пиздец. А я залип тут нахуй. Сейчас-то чё, палка это нужна? Блять. Ты сейчас серьезно? Скачок во времени. Раунд ту. Ну а дальше что? Ну, допустим, я смог затащить палку. Блять, реально? Эта палка нахуй нужна была. Это пиздец. Там что-то есть или что? Просто камень? А тут что-то есть? Просто камень. Ящерка. Вторая ящерка. Блять, мне все же нужен был тот камень. Почти вылез. Значит, все же тот камень мне надо как-то скинуть. Хорошо. Думай, как хочешь, решай сам.
давай, катись. Ты представь, что мы жук-вонючка, блядь, нахуй. Как его? Жук-навозник, блядь. Эти, эти камни нахуй. Так, ну с двумя камнями мы справимся. Ладно, вроде дело пошло. Хорошо. Ёбаный в рот. Так, окей. Сообразил. Уплотился. Я по дереву хожу? Нет, я по камню хожу. По-любому мне нужен камень. А камень я не дам. Да? Ну, я их не сдвину. Нет, мне значит не нужен камень. Серьезно? Я вот там вот не утону. Я тут утону. А чё надо, блядь? Но только с разбега. И то я все равно до середины дохожу. Опять сглазил, все хорошо пошло, конечно. Что за хуйня? А, ты ж сука ебаная. Опять эта палка, блядь. Пиздец, хуй пойми, что где здесь декор, а где нет. По-любому. Ёб твою мать, до меня комары доколупались. И воспоминания, блядь. И они мне мешают. Будет здорово. Мне с этой палкой теперь. Я хуй его знает сколько. Путешествовать теперь еще комары, блядь, ну здорово. Жизни нахуй мешаете, и тут теперь, блядь, та же хуйня. Меня больше нервирует, что я... А нет, я могу схватить эту хуйню. Почему-то ее, блядь, не хватал раньше. Или хватал. Ебитесь. Твари ебаные, блядь. Везде в гандоны. Давай, вылазь. Ты, господи. Давай, ты мне здесь нужна. Господи. Этого жужжания, блядь, в жизни хватает. Чё за хуйня? Спасибо, блядь. Какого хуя ты потонула, блядь? Пиздец. Без какого-либо предупреждения просто на дно пошла и все. Ура. Так, я так правильно понимаю, да? Блять, ну что-то сдается мне, что я неправильно распределил. Да. А если... А я не доеду все равно. Ладно, разматываем здесь. Не наебешь. Заматывай. Приматывай. Вот так. О, прям сюда залетел, здорово. Теперь мне хватит. Доброго времени. Так, господи, теперь куча всего. Всего куча. Нет, мне надо вот так. Потом...
Вот так вот. Привязать. Привязать. Оба. Все идеально. Охуенно, только я, блядь, долбоёб. Да куда ты вверх лезешь, имбецил красный? Раскручивайся. Пиздец. Чё ты троить начинаешь? Так, а сейчас что? Что ж еще может-то быть, да? Меня сейчас уебет? Нет. Хорошо, я достану. Бля. Я, наверное, должен был потянуть. Хорошо, дубль 300. Разгон. Все, больше я не смогу. Хорошо, надеюсь, я с той стороны просто его вытяну. Куда ты полетел? Ну что ты сейчас не карабкаешься, когда тебя просят? Нет, он его не хватает, ты прикинь. А какого хуя? А какого хуя? Можно мне еще полено там типа, блять? Точно. Ой, это дерево мы схватить можем, да, брусок ебаный, являть? Пенек. Да пошел ты нахуй. Это просто пиздец. А. Я не могу, я думал, я по той палке пройду, блядь. Ладно, ладно, кто я такой? Хуета. Хуетище. Пять камеры. Опять паука. Оп, 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 оп. На дно. Ну и приключения здесь. Болото, нахуй вы в него пошли, ребята, блядь, я хуею. Ну, ху. И чё, что я могу тебе привязать? И нахуй я к тебе привязался? Что мне это дало? То, что я застрял? Да нет, ты не затаскиваешься.
О, камень. Конечно же. Отвяжись. Да, блядь, отъебись от меня. Чё, что-нибудь есть? Я всё равно нихуя не понимаю, что мне это должно дать. Ебитесь от меня, Господи Иисусе, блядь. Я тут просто постою, но... Подпереть, это понятно, блядь. Хули вы ко мне лезете? Я весь мокрый, блядь, вонючий, сука. В болоте я там лазю. А вы, блядь, до меня доебались, нахуй. Потраченное огромное количество спреев от комаров спустя. О. Ого. Ого, нихуя себе. Скачок во времени. Раунд 3. Опять себя похоронил. Бля. Ну, ну. Господи. Что за хуйня сегодня какая-то, блядь? Навязывать давай. Опять оно отцепилось. Повезло. Отъебитесь, комары, идите нахуй куда хотите, блядь. Ну отъебитесь от меня. Серьезно? То тебе на 15 километров хватает, то ты сдулся. Нахуй тогда, блядь. Ладно. Ладно. Да давай, давай, еще захлебнись, нахуй. Имбецил кусок. Там уже финал, нахуй, в пизду, все. Быстрей, 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 быстрей. Ебать, мы теперь что, трактор погоним? А, теперь нам батут этот нужен. Опять доебались комары. Так, ну крышка же. Окей. Не открылась. Господи. Теперь с этими комарами тут затрахаешься просто. Вот, все. Ёбаный трактор, блядь. Ёбаный урод. Ты чё, я ж не раскачаюсь. Батут под углом.
Да нет, только вот так вот. А я долечу туда. Что-то мне подсказывает, что труба, если наклонилась сюда, то она, наверное, наклонится и в ту сторону, да? Ут-ту-ту-ту. Хотя вот тут привяжено. Да. Я правильно понял. А вот теперь мы сможем запулить себя. Уп. Почти что. Ты улетаешь в стратосферу. Подтяги не хватает. Уф. Хорошо. Раскачиваемся. И куда? Не знаю. Мы прыгаем. Воу. Лось. Давай только ты еще до меня доебываться не будешь. По-братски. Ой, ты комаров забрал. Спасибо тебе, дружище, блядь. Наконец-то. Свобода. Идиллия. Кайф. Чё? Мне это надо тащить? Мне это надо тащить. Куда мне это надо тащить? Наверное, вот сюда. Но я почти исхудал. Скоро силы покинут меня. Мне не хватит. Я уже вижу петли. Повесился. А, может быть, надо. Мне, наверное, вот так вот надо. Точно. Куда мне хватит? Когда я долечу? Почти. Ух, наконец-то, бля. Зачем так много геймера? Да, мы могли просто прямо пройти, да? Так, ты назад теперь двигаешься. Замечательно. Зачем я наверх лез? Если я здесь мог сделать то же самое. Ни черта не понял, но скорее всего такая хуйня и там просто была. Сейчас я должен залезть наверх и обломать как-нибудь ветку, скорее всего, что-нибудь типа того. Прям ну чувствую, блядь. Ну хоть тайны эти находим, и то хорошо, блядь. Наверное. Ой, не дай бог мне сейчас не хватит. Фух. Я могу дальше просто? Конечно, я могу. Никуда я дальше не могу. А вот теперь могу. Так получается. Странная тактика, но походу это конец. Я надеюсь, что это конец. К
Какие ж мы тяжелые. Ебически тяжелые просто, я бы сказал. Ох. Наконец, тишина и покой. Серьезно? Это хуйня в виде комара? Или это стрекоза все же? Я буду думать, что это стрекоза. Ну вот и хорошо. Третье воспоминание восстановлено. Тут еще примерно три, наверное. Ну, четыре. И, скорее всего, конец. Ой, ну а на этом я предлагаю закончить. Так что всем спасибо за просмотр и пока.